В администрации Орехово-Зуевского района состоялось заседание комиссии по делам несовершеннолетних. Главная тема встречи – нарушение прав и свобод детей и взаимодействие всех структур для помощи ребенку, попавшему в трудную ситуацию. Фигурирование имен несовершеннолетних в криминальных сводках в Орехово-Зуевском районе, увы, не редкость. Малолетние преступники распространяют наркотики или просто совершают хулиганские деяния. Как, например, два подростка из города Ликино-Дулево, которые снимали аккумуляторы из отечественных машин и продавали их в скупке. Когда им надоело вытаскивать аккумуляторы, решили угонять машины, чтобы покататься, а потом и вовсе сжигали их. Совершили хищение автомобиля УАЗ-2104. После чего сожгли. Зачастую в криминальный мир подростка приводит равнодушие или халатность со стороны родителей. Иногда это своего рода ответ на жестокое обращение в семье. Поэтому важно наблюдать за ребенком в тех местах, где он чаще всего бывает. В комиссию по делам несовершеннолетних входят представители образования. Именно учителя или воспитатели могут первыми заметить, что с ребенком случилась беда. Также важно обеспечить и досуг школьников, особенно в каникулярное время. Лучше, если родители подберут лагерь. Многие школы открывают лагеря дневного пребывания, где большую часть времени ребенок будет под присмотром. Также на встрече обсудили и жилищный вопрос выпускников детских домов. В этом году все 12, 6 уже получили, 6 получат до 1 июля. После обсуждения наболевших вопросов в зал пригласили детей, которые стоят на учете комиссии по делам несовершеннолетних. Но эти встречи проходили уже в закрытом режиме.